Привет! С вами я, Антон Пестер. Это мой самый первый обзор на Гарри Поттера. От Лего. Мини-фигурки. Вот это я его... Я заказал два Поттера. Это первый Поттер в школьной униформе, а второй в повседневной одежде. Что ж... Это Никон. Это оригинальное Лего. Вот в таких пакетах это только оригинальное Лего. Видите? Это лицензированное. Так, тут в комплекте шла подставка. И у него есть также второе лицо. Злой Поттер. Я заказал эти фигурки, потому что я... У меня был набор Хогвартс. И я потерял Гарри Поттера. И Гермиона. Вот злой Поттер. И у него тут шрам. Шрам на лбу. Стоит Поттер. Дальше. Сейчас я его одену, как у меня был предыдущий. И посмотрим. Вот. Это Хедвига. И также в комплекте шла вторая кисть. Вторая рука. Вот. Хедвига и плащ были не в комплекте. Что ж, давайте этого Поттера успокоим. Мы не нечаянно. Во-во, Поттер мой. О-о-о! Поттер! Вот. Харви Поттер. А лицо тут у него другое. Смотрите. У него лицо тут другое. Давайте я сравню. Надо его вот собрать. Тут палочка тоже в комплекте. У каждого Поттера. Ставка тоже другая, смотрите. Что ж, я его уже собрал. Тут есть вторая кисть, тоже в комплекте. Вот. Я забыл показать прям сзади у этого Поттера. У Хогвартса. Принт сзади. Ну, с тем, который у меня была мини-фигурка в оригинале, отличается лишь лицо веселое. А так злое лицо похоже более-менее. На то, которое у меня была мини-фигурка. Что ж. А у этого Поттера сзади вот такой принт. Это был обзор и сравнение. Ставьте лайки, пишите в комментарии, подписывайтесь обязательно на мой канал на Ютубе. Всем удачи и пока, если не подпишешься, то Поттер тебя заколдует. Понял? Понял нас? Поттер тебя заколдует. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Живите долго. Живите долго и процветайте. Я фанат Стартрека.